приехал. Ну, с победой короткий комментарий по первой домашней игре. Ну, спасибо. Ну, я считаю, 4-4 полностью переиграли соперника сегодня. Есть вопросы по 4-5, будем разбирать. Ну, победа есть победа, поэтому тяжелая победа, нужная победа. Продолжаем, будем продолжать в том же духе. Синар мощно начала. Что после того, как увидели, как первый тур они провели, ну что ожидали? Ну, безусловно, все видят, что туда вернулись игроки, которые решали вопросы, когда они там выигрывали Кубок УЕФА, чемпионами России, Кубок России. Все это все видели прекрасно и понимали, что сейчас это совершенно другая Синара, нежели сезон раньше. Вот. И поэтому не скажу, что ответственность там была больше. Настраивались так же, в принципе. Тем более первая домашняя игра, хотелось порадовать болельщиков. Ну, я считаю, порадовали победой. Ну что, сибиряку нужна была такая проверка серьезным соперником. Все-таки обновилась команда, да, в межсезонье? И посмотреть, на что способна. Ну, да, безусловно. Все думают, у нас там команда обновилась, мы там всех распустили. Не взяли там пару человек и все. Но сейчас люди видят, что как бы какая бы ни была обновленная команда, мы готовы выходить, мы готовы биться друг за друга. Может, что-то будет не получаться, но мы будем отрабатывать друг за друга, и результат придет. При Сергее Иванове на трибунах у тебя был дополнительный груз? Хотелось ему показать себя? Не, груза не было. Я ему сразу обозначился, что я забью сегодня, и все. Как бы. А то, что там груз какой-то, такого не было. Просто, ну, перед игрой, когда там слова говорил, как бы почти до слез тронуло, что ну такой футболист уходит из большого футбола, ну, мини-футбола, легенда российского мини-футбола, в том числе и мой хороший друг, и поэтому было за это обидно. Ну, потом со стартом свистком все забылось, как бы. Потом, когда гол забил, вспомнил, что Иванов приехал, и все.